думаю, что Свят неправильно посоветовал. Почему неправильно вы? Потому что люди, занятые творчеством, не способны к организации. Они ничего не смогут организовать. Это ими должна быть распределенная структура. Кто-то сидит и выдумывает, кто-то принимает урок решений и так далее. Почему неправильно с вашей стороны? Потому что вы пытаетесь их встроить, никуда не вписывающихся, в структуры, которым не до них. Поэтому я думаю, что одна из задач как раз нашего форума – придумать в результате вот ту форму организационную, форму коммуникации, форму взаимодействия, когда вот такие люди, которые не могут привлечь большой бизнес. Какой большой бизнес? Смотрите на них. Ну, все в голове. Ну, не привлечет большой бизнес, он не приведет сюда миллиард от «Газпрома». А? Пока нет. Значит, соберется через пару лет. Другие вопросы? Поэтому я понимаю, что задача нашей сегодняшней встречи, одна из задач, это придумать вот эту форму, может быть, место в городе, куда вы люди могли приходить со своими идеями, разговаривать с единомышленниками, а потом уже выходить на городские структуры, приходить к советникам, к руководителям департаментов и уже решать конкретные вопросы финансовой помощи, там, поддержки, поделения территории и так далее. Если я хотел бы сказать о городе и городской среде, но в отличие от Алексея Павловича, который продолжил содержание доклада Свята с точки зрения практиков, я бы хотел сказать о том, о чем Свят не говорил с точки зрения институтов. Я бы хотел сказать о городе, прежде всего, о недалеком прошлом. По той простой причине, что всегда, когда мы делаем проекты или программы, мы всегда отталкиваемся от прошлого. Мы говорим, вот так мы не хотим, так неинтересно. Мы хотим, и дальше мы выдвигаем свои программы, идеи, неважно в чем, не только архитектурные, даже не столько архитектурные. И вот то, от чего мы должны, как мне кажется, отталкиваться, это от нашей недавней истории и от того социалистического города, в котором все мы жили, и во многом продолжаем жить и сейчас, потому что, несмотря на то, что резко изменилась политическая, организационная и прочая структура общества, город живет гораздо дольше в масштабе человеческой жизни, и он продолжает во многом сохранять те феномены, которые были присущи Советскому Союзу. Так вот, в Советском Союзе города строились не для людей. Они строились для того, чтобы функционировало производство, для того, чтобы рядом с фабриками и заводами можно было разместить строго посчитанное количество трудовых ресурсов, организованных в трудобытовые коллективы. И вот эта идеология задавала все понимание того, каким должен быть город. Все было лимитировано, деньги выделялись по минимуму из расчета вот на это расчетное количество трудящихся, потому что считалось, что вторые члены семьи тоже должны работать, а дети должны учиться. В 20-е годы считалось, что дети должны учиться на тех же заводах. А вузы – это удел отвратительных интеллигентов. Поэтому в 20-е годы для людей строились бараки, потом строились двухэтажные деревянные дома, куда заселялись коммунально, потом строились хрущевки, слава богу, потому что они огромное количество населения выдернули из землянок и бараков, потом строились брежневские дома, которые производились на заводах крупномодельного домостроения. В центральной улице застраивались парадно. Там стояли красивые дома, была центральная площадь, строились бани, потому что в 20-30-е годы в городах-новостройках не было воды в домах. Строились бани, сортиры на улице. Так что жизнь вот была такая, довольно суровая. И этот принцип лимитированного выделения денег, он сохранялся постоянно, и городские власти не спрашивали населения, чего бы им хотелось. Вообще никто в нашей стране не спрашивал населения, чего бы ему хотелось. Какой бы ему хотелось иметь среду, как бы хотелось иметь уровень благоустройства и так далее. Вообще некому было выражать интересы людей, потому что депутаты назначались на свои места партии. Да, население, конечно, ходило на избирательные участки, опускало бюллетени, но их даже не считали, потому что так все было решено. А поскольку депутаты выбирались не населением, а партией, то они ей служили. И, соответственно, никаких интересов, никаких людей не отстаивали. А домоуправления, которые ведали территорию, примерно то же самое, что сейчас управляющая компания, они
отбрасывали все требования и просьбы жителей по поводу благоустройства дворов и так далее, потому что их сотрудники назначались на эти должности, опять же, администрации, и с администрацией у них были хорошие отношения, а население их было абсолютно неинтересно. Городские власти – это горисполком, то есть по-нашему мэрия, и горсовет, то есть по-нашему дума, конечно, интересы людей учитывали. Это проявлялось первое – впуски и подготовки города к отопительному сезону. Это была задача номер один. Вторая задача – подготовить школы и детские сады к 1 сентября, отремонтировать их. Третье – осуществить ямочный ремонт дорог, причем асфальт клался прямо в воды. И четвертое – это постоянно перекладывать канализационные водосточные трубы. Дороги раскапывались, трубы менялись, потом все закапывалось. Кстати, ничего вам написанное на картине недалекого будущего не напоминает. И слава Богу, что не напоминает. Потому что чем дальше мы уйдем от этой картины, тем, следовательно, больше шансов на то, что та среда городская, в которой мы живем, в частности, городская среда Иркутска, будет комфортной, благоустроенной и приятной для жизни. Потому что от того, в каком городе живет человек, от того, в каком месте он живет, во многом зависит то, какое место. И люди часто не борются с действительностью, они просто уезжают. Сейчас мобильность резко возросла, не только западные города начинают бороться, продолжают бороться за человеческий ресурс, но и российские города борются за человеческий ресурс, перетягивают к себе людей за счет создания комфортной среды обитания. И люди уезжают, потому что комфортная среда обитания притягивает определенный тип людей, с которыми приятно общаться, вступать в взаимоотношения, делать какие-то общие дела и так далее. Вот то, насколько нам всем, потому что качество городской среды зависит от нас всех. Удастся это поменять, ну, настолько нам будет в этом городе приятнее жить. Мы все время относились к администрации городской как к всемудрому, всесильному, главному управителю, распорядителю. Она и управляла все время в вертикали власти, в иерархизированной структуре. Она была наверху, она принимала решения, она все знала. Это не так. Городским властям, в общем, они действительно только управляют. Им нужно правильно распределить финансовые потоки, организовать процессы, обеспечить вот школы детских садов 1 сентября, отопительный сезон, дороги маломальски привести в порядок. Она не слышит того, что хотят люди, по той простой причине, что люди, как это сегодня уже говорилось, не соорганизованы в ту систему, которая бы непосредственно передавала сигналы и способна была реструктурировать работу органов муниципального управления. Вот если это вам удастся, всем вместе, потому что понятно, что по отдельности этого не может сделать никто. Тогда, следовательно, у нас есть шанс, что в этом городе будет на порядок лучше качество жизни. И если мы это сделаем еще и сохранив историческое наследие, мне очень важна эта тема, я слышу, ну, усилили звук, это хорошо, мне не надо каждый раз пикать, усиливая его. Для меня важна эта тема, потому что я считаю, что идентичность Иркутска – это его деревянная застройка. Если нам удастся оживить ее, вдохнуть в нее жизнь и сделать ее предметом повседневного обитания нас всех, тогда это будет супер город, супер, лучше Венеции. Они уже рыдают, специалисты из Запада, когда приезжают и смотрят на нас, говорят, боже, у нас это уже давно ничего нет. Спасибо. Спасибо. Марк Григорьевич, один-два вопроса можно? Нет вопросов. Марк Григорьевич, все настолько ясно, что вопросов нет. Елена Ивановна Григорьева, вице-президент Союза архитекторов России.